Диссеминированный рак молочной железы жить дольше и лучше, что сегодня мы можем предложить нашим пациентам. Александр Дженаре, Генуя, Италия. Good afternoon, and thank you for this invitation. My talk will be on advanced breast cancer and will be mainly focused on chemotherapy. Because actually, we must take into account that all data for targeted therapies, including those presented at ASCO this year, clearly indicate that targeting only one pathway is not the answer to metastatic breast cancer. Moreover, all metastatic breast cancer patients will require chemotherapy sooner. И вот рано или позже лечение развивается при раке молочной железы, диссеминированная болезнь, прежде всего, требуется взять во внимание, что эти случаи, они представляют себе достаточно гетерогенную популяцию, и это требует специализированное лечение особенно у симптоматических больных, у которых плохое состояние. Первичное лечение является паллиативное. Если плохой статус у больных, в этой популяции больных улучшение, и следует стремиться просто к улучшению качества жизни. Эта болезнь все еще поддается локорегиональному контролю. Ну, если можно, здесь надо добиваться как можно большего уровня ответа. Вы можете назначить наиболее активные агенты, препараты у тех больных. Допустим, у молодых больных, у которых в хорошем состоянии, но у них метастатическая болезнь, и у них вы хотите добиться пролонгирования их жизни. Другие факторы, которые следует брать во внимание и выбрать химиотерапию, это биология данной опухоли, агрессивность опухоли, длительность, диагноз без рецидивного выживания до момента начала заболевания. Затем количество зон поражения метастатических. Затем возможность использования мультимодального лечения. Ну и здесь надо выбрать оптимальные варианты. В некоторых случаях это можно использовать. Ну вот, при олигометастатических вариантах можно использовать и хирургию, и лучевую терапию локальную. У нас есть основные, значит, проблемы, когда мы говорим про химиотерапию в настоящее время. Например, у нас есть много новых видов лечения, которые задействованы в последнее время. И результативность новых методов лечения, она, к сожалению, в данном случае не связана с улучшением выживаемости. Мы должны иметь в виду, что химиотерапия, она может дать, конечно, повышение выживаемости при метастатическом раке, однако из анализа естественной истории рефрактерной болезни и по проведению метаанализов соответствующих, из данных раковых регистров, из данных клинических испытаний, проведенных в различное время, мы можем сделать определенные выводы. И вот это то, что было опубликовано за многие годы, различные исследования. И отсюда видно четко, извините, имеется четкий выигрыш и улучшение, ну, с годами. Эффективности химиотерапии, повышается общая выживаемость. И вот наша серия, которая
которая была основана на 600 больных, просуммированы 6 клинических испытаний, проведенных в разные годы, и мы показали существенное улучшение медиальной выживаемости именно в последние годы. Однако эта общая выживаемость была связана с введением в практику паклитаксели, так что мы показали и другие. Мы показали улучшение в общей выживаемости, но это было связано с дополнением паклитоксели и антрациклинов в эти исследования. Ну, на самом деле, другие проблемы, которые надо брать во внимание, это лечение диссеминированного рака молочной железы, но оно должно идти по различным линиям. Ну вот все вот эти вот рекомендации, они пишут, что надо добиться, конечно, что больного с метастатическим раком на излечение не добиться. Это же ведущее к смерти, поэтому качество жизни следует брать особенно в расчет. И цель лечения – это поддержать больного в жизнеспособном состоянии как можно дольше, но с хорошим качеством жизни. И вот как это можно добиться? Это касается нескольких вопросов. Это назначение химиотерапии. Оптимизация лечения при этом требуется. При этом можно назначать монотерапию последовательную курсами. И как выяснено в нескольких клинических испытаниях, в наиболее современных рекомендациях, вот тут речь идет об рекомендациях АСКО, но есть еще рекомендации ЭСМО, и там сообщается, что монотерапия последовательная, она рекомендуется, и это основной выбор вот в этой конкретной выборке пациентов. Что касается режимов этой терапии, но другие подходы можно использовать в тех случаях, когда речь идет об опасности для жизни, опасных состояниях. Ну, можно давать, то есть изучалась возможность последовательной монотерапии против комбинационной терапии. Вот метаанализ, который проводился в Кохрейновской группе, где удалось показать, что статистически значимый выигрыш на общее зажигание. Все-таки действует лучше комбинационная терапия, но эта комбинированная терапия оказалась более, хотя и более эффективной, но и более токсичной. Но что говорят рекомендации АСКО последних лет, они рекомендуют последовательную химиотерапию, но рекомендовано больным с метастатическим раком следует. Но ее во многих случаях надо учитывать как в опцию для жизни угрожающих состояний. Совершенно четкой точкой зрения наше время после многих клинических испытаний было выяснено, что важность пролонгирования химиотерапии до прогрессии и проходит достаточно большой период времени, и в этих исследованиях рандомизировалась после первой линии терапии группа больных. И вот эти исследования, они шли вот по этим направлениям. И вот там были перечислены работы и условия, а это данные метаанализа. И здесь показан определенный уровень доказательности. Показано значительное улучшение беспрогрессионной выживаемости в результате долгосрочной химиотерапии. И вот здесь учтен и риск прогрессии, и этот риск прогрессии значительно снижается. И мы оказалось значительное улучшение общей выживаемости, снижение
значительное снижение, несколько процентов, что можно выразить в процентах. И вот эти новые подходы, которые вы сообщали на больших конференциях, ну вот при комбинировании с химиотерапией, с таргетированными препаратами, это можно назначать, но неограниченное число циклов можно назначать по ряду причин. Опять-таки, у нас множество выборов, когда говорим о химиотерапии, потому что вторая линия терапии очень важна при метастатическом назначении. Вторая линия очень важна при метастатическом раке молочной железы. И вы здесь видите, что на самом деле многие больные получают, в данном случае, получали химиотерапию различную, и многие больные, получали различные линии химиотерапии после второй линии. Так что у больных есть шанс добиться ответа на вторую и последующую линию терапии. Однако шанс добиться этого ответа ниже, когда мы повышаем количество предыдущих курсов линий терапии. Это очень важная концепция, потому что мы должны понять, что принимая этого внимания, что надо поместить наиболее мощные агенты в первой линии терапии, а следующие менее мощные агенты мы уже должны оставить на следующей линии ответа, потому что шансы ответа снижаются при этом. Но на самом деле рекомендации АСКО, они рассматривают, подчеркивают эту позицию, что в этой популяции больных следует предлагать монотерапию различными химиотерапевтическими агентами, но учитывать надо фактор дозы, суммарной дозы, которая накопилась до этого. И вот на этом слайде, он очень интересный, по-моему, это математическая, есть журнальная статья, которая касается математического моделирования. И здесь изображается, речь идет о так называемой траектории заболевания, ну, которая начинается с медленного ухудшения состояния и заканчивается распадом и личности, и физическим распадом, и гибелью. Если мы имеем диаметастатическую болезнь, мы сразу должны иметь в виду, что это неизлечимый рак. Больной пока в неплохой форме. И больной может оставаться на длительное время в хорошей форме и в хорошем состоянии. И здесь вы можете назначать наиболее активные терапевтические агенты, чтобы опять добиться и удлинения продолжительности жизни. Наиболее активные стратегии здесь можно использовать, стратегии, потому что больной в состоянии ответить на эту терапию. Но потом, когда его состояние начинает ухудшаться, и вот в какого-то момент начинается снижение его функции, функциональное снижение больного, и вам ничего тут не сделать. И можете добиться небольшой выгоды на фоне прогрессии, но он настолько ухудшается. Он только считает. И считается, что здесь его просто надо перевести в паллиативный режим лечения. Но здесь требуется больной, требуется доктор для того, чтобы обеспечить вот такие мероприятия. Вот такие стадии в истории болезни больного, типичные. Вот дальше вот. Все это совпадает с рекомендацией МААСКО, а и метастатический рак молочной железы. При нем можно, тем не менее, добиться в определенной сохранной фазе удлинения продолжительности жизни. И здесь очень важен выбор лечения, который выбирается во второй и последующей линиях лечения.
Винорельбин, например, Потамиат, например, это один из таких инновативных препаратов в связи с механизмом действия. Это ингибитор микротубул, но это не таксол, конечно, но тем не менее он более мягкий, но он мешает конденсации этих микротрубочек. И он прошел клинические испытания, используется для поддерживающей терапии с общей выживаемостью, по общей выживаемости, как первичной точки оценки исходов. Вот. А это инновативный препарат, который называется Ребулин. Это исследование называется Embrace. Но этот препарат используется для лечения сильно предлеченных больных с метастатическим раком. Вот, то есть это в течение 6 месяцев после последнего режима химиотерапии мы в нашем исследовании рандомизировали больных, тех, которые получали и не получали Ребулин. Это тоже ингибитор микротрубочек, только более мягкий. И это было на выбор врача. Это и один из выборов врача при этом состоял в лечении гормонального или какого-то иного препарата, а другим вариантом был Ребулин. Я вам покажу, что Ребулин в состоянии приводит к существенному увеличению общей выживаемости по сравнению с наилучшей из применявшихся поддерживающих терапий. 2,5 месяца удалось выиграть в среднем на этом деле. Это монотерапия, которая здесь перечислялась, да? Ну, начиная с винорельбина, и гемцитабин, и камцитабин, и таксаны, а в некоторых случаях гормональная терапия, вот против них проводилось сравнение. И те различные препараты, которые применялись в качестве контрольных препаратов, и Ребулин оказался более благоприятно действующим по сравнению с ними, с каждым из них, почти с каждым из них. И при этом приводит к повышению выживаемости по сравнению с другими химиотерапевтическими агентами. Это, так сказать, предспецифицированная группа, которая, где достигнуто дополнительный успех в группе с трижды негативным раком. Это другое исследование. Это где сравнивали Ребулин, и где было показано, что Ребулин имеет примерно такую же активность, как гемцитабин. Но больные не стоят. По крайней мере, максимум два режима использовалось в этом исследовании до того. Это, конечно, меньше, чем в исследовании, которое проводили мы в Embrace. И вот результаты по общей выживаемости. Есть небольшое различие между двумя вариантами. Имеется показанный эффект Ребулина, хотя и скромный. Вот что касается трижды негативного рака молочной железы, то здесь разница значительно большая при сравнении с гемцитабином. А, как известно, таких случаев рака достаточно много. И Ребулин оказался в эндокринно-чувствительных метастазах рака. Без прямых доказательств, более прямых доказательств, Ребулин более эффективен при трижды негативном раке молочной железы, так что мы имеем множественные факторы, на которых можем построить наши заключения о метастатическом, как лечить метастатический рак, качество жизни. Это
это очень важно, потому что показывает, что эрибулин повышает это качество жизни. Вот. Эрибулин менее токсичен, чем другие препараты СФЦ, тоже гемцитабин, которые применяются в этих целях. Но что касается качества жизни в этом исследовании, где мы сравнивали с гемцитабином, анализ качества жизни проводился по обычным вопросникам ОРТС, и опять-таки эрибулин показал в плане качества жизни оказался не менее эффективным, чем гемцитабин, но не наблюдалось снижение качества жизни у тех больных, которые в группе больных. И наиболее важные вопросы, которые мы рассматривали в этом исследовании качества жизни, таким образом, мы в заключении гемцитабин и эрибулин, они работают примерно одним и тем же способом. Влияние на качество жизни при метастатическом раке груди, они больных, которые были предлечены раньше антрациклинами и токсанами. Вот здесь показаны сложные алгоритмы лечения, которые приняты сейчас в Европейском Союзе. И это, то есть это типа лечения его, и протоколы для лечения зависят от типа рака и от того, как он течет, от многих других авторов. И если вы используете неоадъювантную терапию, может, например, использовать токсины, таксолы, и то есть у вас, если все зависит от того, насколько у вас после у больного после диагноза, насколько длителен период выживания без прогрессии заболевания. В зависимости от этого принимается либо таксол, либо карбоплатина, либо при развитии болезни, при всем выборе может быть карбоплатина. В последние вопросы, которые, наконец, может быть, в настоящее время назначение антрациклинов это в настоящий момент не рассматривается у большинства больных повторного применения. И здесь опять все ситуации, там, где речь рассматривается у неоадъювантной терапии, где адъювантное против неоадъювантного лечения, и здесь винорельбин может тоже использоваться. Вот комбинация этих препаратов, они здесь показаны. И, наконец, в данном случае в трижды негативном раке вы можете использовать эрибулин, потому что он считает, как мы показали, он является более эффективным в этой ситуации. Ну и дальше остается уже вопросы в случае ухудшения состояния, что если бы заключить, у меня есть предположение, касающееся методов химиотерапии при метастатическом раке, что его нельзя, первое, что его нельзя вылечить, но длительность выживания можно увеличить, и многие доказательства говорят о том, чтобы это возможно. Качество жизни, он имеет большое значение, но нам нужно уточнить все-таки из результатов сравнения гемцитабина и эрибулина, что симптомы рака, при лечении рака большую роль играет, и выбор лечения играет роль вопроса и токсичности лечения. И нужно к тому же еще решать, в каких ситуациях, и какой может быть первый выбор первой, второй, третьей линии лечения. И другими лекторами уже предлагалось, как говорилось уже многими лекторами, что рак, УЗИ, метастатический рак – это очень гетерогенная болезнь. Здесь нужно опираться на исследования клинические, которые касаются неоадъювантного лечения. И
но в той части комбинации с химиотерапевтическими препаратами здесь может быть использовано у тех больных, которые не применялась эта химиотерапия. Но метастатическая болезнь никогда нельзя использовать какой-то один вариант лечения или уповать на какой-то один сигнальный метаболический путь в качестве мишени, но нужно использовать взаимодействие различных механизмов действия химиопрепаратов. Ну и, конечно, мы должны полностью идентифицировать те мишени, которые мы должны эксплуатировать у данного больного, и оценить, подходящую ли химиотерапию мы применяем. Спасибо за внимание. Спасибо за очень интересную тему. Все вопросы будут переведены. Я абсолютно согласна с вашими положениями вашего доклада. Я бы хотел прокомментировать вашу презентацию. Спасибо. Большой момент, что в настоящий момент, по той статистике, которую мы имеем, женщины в среднем живут 80 лет. И человечество, к сожалению, в целом больно одной неизлечимой болезнью – это старость. Поэтому если мы имеем перед собой ситуацию, то есть потенциально неизлечимую, это не касается, если это не касается криминогенных опухолей, если это не касается лимфомов, если это не касается лейкозов, и то лечение, которое мы проводим, должно по любому состоянию, которое страдает на этот момент пациент, должно потенциально прежде всего не ухудшать, а еще лучше, если мы будем улучшать качество жизни. Потому что даже на АСКО в этом году был представлен доклад, в котором блестяще было показано, что те пациенты, которые получают, которые от лечения значимо улучшают качество жизни, они живут дольше. Поэтому для лечения рака молочной железы, независимо от возраста, если у нас нет висцерального криза, соответственно, в своем докладе совершенно блестящий докладчик нам все это продемонстрировал, то без висцерального криза мы предпочитаем монотерапию, полихимиотерапию. И полихимиотерапия, по большому счету, это является той скорой помощью, которая за короткий срок должна полностью и как можно быстрее справиться с симптомами висцерального криза, которые значимо ухудшают качество жизни. Спасибо большое за внимание. Мы предоставляем слово следующему докладчику.